сны мне снились. Какие сны? Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные. И все поют невидимые голоса. Невидимые голоса. И кипарисом пахнет. И горы, и деревья будто не такие, как обыкновенно. А как на образах пишутся. А то будто я летаю. Так и летаю по воздуху. Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Делается мне так душно. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Так душно дома, что бежала бы. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. И такая мысль придет на меня, что как бы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке с песнями, либо на тройке на хорошей.